здесь давай сумонить в Раску. Вот в Раска пиздит, не сумонится. Сейчас мне на Иридара доделаю квест, мне надо сдать. Лок не хочет квесты делать. Ой, лок. Короче, портал. Хорошо, понял. Купить стрел чуть-чуть. Как ты вредишь? Ну, Дрейвена в Раску. Сумонимся. И погнали чистить трэш. Что мы будем лишнее время тратить на это говно? Можем потратить на больше боссов. Кто танчит? Пахлаван? Пахлаван и Коля. Юин. Так, теперь, когда мы надо, что с первого босса? Саня, пожалуйста, ставь мне, мне УД надо очень на ММ. Мне осталось чуть-чуть, и все, и поехали. Окей, просто... Спасибо. Так чего, надо что-то, что-то с первого босса тебе? Даня. Пояс плюс 0, это что значит? Плюс-минус. Да, надо или надо? Ну, короче, выпал пояс, 250, давай, погнали дальше. И поэтому. Ты, нет, это ты 250 ставишь. 250 дексиона. Вой 2К. Ставишь боль? Эмобой 3, 4. Все, там, ну, короче, пока сиди на замене там. Они там дальше разберутся. Вой 4. И дальше с этого начнем. А чё рулите? Чё рулите? Пояс, пояс. 4000, если что. Пять джипси. Семь. Семь войд. Сейчас, давай, остаемся так тогда. Клево, что у нас роги ни одного нет. Прочитай. Наши роги. А? Прочитай личку. Да, 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 он постоянно активен. Ну что значит, его во все макросы впендюривали и все. А у меня руны кончаются пиздец, не могу даже бить ничем. Ну, ледяной удар, и получается, я не могу ледяным бить. А вот тебе нахуй не нужен. Саня, а на этой неделе мы еще бабки за ЭП кидаем? Бля, Травьян, что за хуйня, я вообще читаю, не могу пить, я только зашел. Короче, мы кидаем бабки за ЭП только те, кто не кидал. Я всех запомнил, кто кидал. То есть один раз можно это было сделать. И то же самое вы можете кидать, только те, кто не кидал. Все. Те, кто кидал, уже не... Сумоните еще раз, пожалуйста. Мы уже бьем, давай сам. Блять, у меня камень, когда я в подгороде, я Иридара делал. Бегите, близ, нажми, Коля, айсбаунд. Я уже нажимал, смотрите, нарежу. Нажми масса круто, когда похоло. Сосун уже сейчас свои, не, блять, вдвоем отдали. Троянский, ты калорийским ударом хуялишь? Да. Я не понимаю, что происходит, я еще не могу понять, чем бить. Руник у тебя на втором месте. Ну, как и у меня сейчас. На первом, наверное, даже. На первом месте. Это, короче, сколько надо рунический удар ебать, хуялить во все макросы. Ну, просто ледяной удар нахуй выкидывать и оставлять все руник. И где? Так ты можешь сейчас поставить символ на руник, 10% крита на руник дает. Тебе будет крит ебать в руник. Вот и у меня сейчас, чтобы ты понял, в Владе такая же хуйня. Я вообще нихуя не понимаю. Это только этих Frost DK переделали или кого-то еще? Руник на всех. Руник на всех. Это, блядь, такая имба сейчас. Надо понять, спасибо, да, Сиона, за этот, да, блядь. За драть. Все, а 4D4, что-то я читаю, не могу вдуплить, что там происходит. Так, ты кашку вообще переделали жестко, блядь. Ладно, давайте уже это после рейда, а то сейчас Саня орать будет она сыпать. Так он уже и начал. Так, а в чем продолжаете бить? В чем проще бить? В ДК, типа в Т10, либо в Т4 надо разобраться. Сильнее бить. Да, просто я вообще... Скажем так, если сейчас вы про ДК что-то скажете, пойдете, блядь, бить в этом дворане. ДК... Саня, мы пинаем трэш. Это раз, второе. ДК переделали очень сильно, что даст возможность дополнить ДПС. Саня не понимает, да? Я все прекрасно понимаю. Я говорю, в Т4 сейчас должно быть вообще имбовато. Ну так вы это можете делать. Не понимаю. Че? Чем бить-то? Я четвертый бонус читаю, не могу. Уничтожение и руником, все, я так понимаю. Уничтожение, руник, все. Добавлю ему стуба. Кровавый удар, ты один мор, кровавый удар, все после этого. Смотри, написано кровавый удар и игнорирует 100% брони. То есть по факту, типа, что, сейчас РПБ можно вообще не собирать на этот скилл.
Да ладно, Саня, ты почиль, блядь, трэш бьют один хуй. Саня, рали, трэш бьем, пиздец, сложно. Ледяную косу разберитесь, как активировать. Да, что за ледяная коса? Я не знаю. Может, это дополнительная кнопка у вас есть, а? Нет, я смотрел, нет. Попробуйте поменять стойки. Просто для юмора. Может, ты 5 за стойку работает. Ну, стойки потыкать, ему наверное, что выскочит. Даже ничего не появляется, там вы научились, вы типа разучились. Это только СТК поменяли или что-то еще поменяли? Поменяли? Поменяли, блядь, Женя, нахуй. А? Все поменяли. Ну почти все. Все поменяли, короче, шипы теперь 30к ДПС дает, нахуй. Без КД, блядь, взрыв разума, нахуй, 100к дамажит, ебать. Пиздец, нахуй, скалируется от СПД, ебать. Хуй там плавал. Пенетру ставь побольше. Не трогай. Как вы дорого ебать. Ледяная коста там вообще копейки, она тебя врекала. Чуть не нахуй. Но это надо символ на руник ставить. Пиздуйте в другой канал. О, блядь. Стрелы троянские, все ДКшники, пиздуйте, блядь, в другой канал. Идите, да, в другой канал уже. Либо я сейчас выше в канал перейду. Пошли, Женек. Здорово, ребят. Здорово. Сегодня ремонта нет, Женя? Нет ремонта, но у меня новость хорошая, ребята. Я женюсь. Ебанутся на X5. Поздравляю. Соболезнования. Женюсь я, блядь, на работе. Въебал сегодня, готовил с мишленовским шеф-поваром в батле. И, короче, я его сделал, и я устраиваюсь на хороший ресторан, хорошее место. Это в каком городе? И все, играть больше не будешь? Спасибо. Не знаю. В Москва. Москва? Да. А что за ресторан? Поздравляю, вообще круто. Что за ресторан там? Ты в нашей глазах. Доктор Живаго. А что за шеф-повара сделал? Какого? С Эстонии там. Какой-то мужичок. Он просто был медленный. Который со звездой, в смысле, мишленовский? Да. Ну ты крутой, получается. Я крутой. Я мастер русской кухни, блядь. Ты чё, борщом его накормил? Ты на чём специализируешься? На русской кухне, да? Да, локальная русская кухня. Это так, что сырников же знаешь? Максим Павлович Сырникова, знаешь? Видел его? Кого? Максим Павлович Сырникова. Слушай, нет. Нет. Ну, по телеку хотя бы видел? Нет. Вот я с ним работал. Ну, слушай, может быть, знаю, но если он есть в гильдии шефов, то, значит, я его увижу. Давайте, я готов. Я сейчас ебал Бакарди, сейчас открою. Не, ну, ГЦ, что сказать, охуенно, красавчик. Тебе звезду дадут за то, что ты его выиграл? Угу, я вижу, сейчас уже за... Звезду дают владельцам, шеф-поварам в заведении. Да. И тебе нужно свое заведение, и там, блядь, и работать. Я в курсе, что ресторану дают, я это все знаю, вот. Шел и забрал свою звезду и отдыхает. Нет, так не получится. Почему получится? Это твоя звезда. Скрывай. Сука. Вразку послушаешь, так у него все охуенно. Ой, я случайно не туда нажал. Посмотрите, пожалуйста. Плюс один надо писать. Я писал. Ты что за дон такой? У Саши блестит хороший. Сыгнал украл. Мутили, да? Не понял, а что за хуйня? Это как-то так, а вот так вот. Так. А, ну я на замене, здорово. Значит, могу пока бухнуть, я не против. Я же на замене, да, Саш, пока? Да, Женек, ты за меня сейчас, за место меня пойдешь. Если что, мне нужна только Лунатель, Синдрагос и Ильич, все. Ну, ты вчера в ВК не хотел учить, что сегодня туда пришел? Блин, Саш, я могу сейчас выйти, пойти дальше бухать, и что пришел? Я пришел просто с вами поздороваться, вообще зашел. Ну, привет. Поздравляем. Спасибо. Что это хотелось, блядь? Жень, там шаманов изменили Т4, теперь шаманы настолько донные стали, все, пиздец.
Все серьезно? Давайте, может, поделаем, нам надо фласки. Нет, так давайте, что, давайте пообсуждаем и дальше. Да все, Саня, мы на боссе, давай. А что за самолет или что это? Да нет, нормально, все то же самое. Ну, так, ай, да, давай, Саня, может, канал рейд пойдем просто. Давай пока здесь оставаться. Этот, Илья, ты что там в Долоране делаешь? Монтик ему. Теперь там Папахапу спрашивал, какие это боты. Какие боты тебе Папахапу нужны? Скидывай их сюда в ОС. Не в ОС, а в рейд скидывай. Так, вон, скинули боты кожаные. Нужны кому-то, кроме Папахапы, эти боты кожаные? Вары. Не, я латный буду ролить. Не, латные нужны. Так, а есть человек, которому ничего не надо с первого босса? Один. Бета-тестера добрать. Совсем один. А? Есть один человек, которому ничего не надо? Ну, два я могу пойти и все. Давай, Петь, иди на замену, Петь. Тебе ж третий босс нужен, Петь. Да мне по факту ничего не надо. Ты же запад хотел с третьего босса. Да, ему корабли нужны. А там уже это я немного по-другому смотрю на все. Дайте сам, пожалуйста, мне. Ну давай иди на замену тогда бета-тестера в рейд. Бета-тестера в рейд и погнали. Ну ты на ванну точно будешь, и на карфа, и на профа. Марухич, нет, ты в этом, ты в этого, в Эршама. Кроме Папахапы, нужны кому-нибудь боты? Галя? Нет, такие... Кожаные. Ну все, Галя, тогда дай уфнич просто, Папахапы в рейд, и погнали, он боту, если выпадет, поутает. Чего? Леня, надо что-то с первого босса? Нет, только со второго. Все, тогда давай оффнись тогда ты, а Галя в рейд. Смотрите всех, кто в первой, четвертой пати, фласки. У меня с 25-ки прошло, осталось 15 зелий на ап, поэтому если что, то можете кидать обмен Кадами. Кадами кидайте обмен, Сацуна кидайте обмен за АП-шными, мне за СПД-шными, кого-то там еще по СПД-шным должен быть. И апокалипсис или Бакати. Давай, Женька, ты, наверное, ты будешь пожирнее в танка третьего. Ага. Вот тестера Троянского засмоньте. Да, я у него сейчас секунду. Восстановление талисмана кто знает, Синдри? КДС талисмана. 45 секунд. Точно? Обычно 3, 45. Да. А нет, подожди, там СПД повышена. Там больше. Больше. Там наверное, минута. Да, там минута, потому что там СПД больше дает, чем обычно. Это тестер, засмой. 90 секунд пишет. А сколько висит? 20? Да. Значит 90. 15 минута 10:45. 10-5 минут третьего. За исключением некоторых других турниров. Самолетов. Таня, бета-тестер, ты тут? Так, Саш, ну мне надо 20 минут. Мне надо суп доварить. Я пока не могу, пока на замене. А нахер ты прессуешь тогда? Пиздец. Что, потом блядь. Не потеряли? Ну что там Дексион есть. Блядь. Народу много. Давай Дексиону в рейд. Сумуньте. Дексиона в рейде? Сейчас он уже в рейде, я его перекинул. Короче, Петя, тебе на третьего босса уже не нужно, да? Нет, я поезд достал, у меня достаточно ловкости. Ты проверь, какие боссы тебе, может, нужны до этого, до профа. Потому что пойдем на профа сегодня сразу. Если что-то надо, то вот, говори. Сейчас что-то не подохера. Дексиона, кидай обмен за это... За флаской. А, сейчас ставлю рыбу тогда.
первая пати убегает влево, с первой пати Полинор, он у Мавар, а с Марухи и Сосуны вправо убегают. Вправо также убегает вторая пачка, третья влево, четвертая вправо. Можно первого ритара какого-то? Да, сейчас закину. Кину, сейчас. Блин. Дайте весь баф на пул. И готовность на пул. В кого на пул? Юи. Пристабал, на, дайте. Юи. Юи на пол. Давай по ССам. Дексиона в Бакате, Мобой в Ону, Джанг. Джанг закинь в Юи и Будрейвен по Хвавана. Мобой еще не хватает. Все хватает, пристабав есть. Все, добавим пол и погнали. Все троем бежите. Я не все под... ушел. Все поджоп. Ну, а, бля, беги по Хвавану, а то сложит танка. Похуй. Гер, давайте с пула. Карты под шипы подбегайте в мини зону. Подбежали. Хорошо. Саш, давай поиску. Не могу. Гера еще 12 секунд. А, блядь, внутри не заметил. Забываю такое. Да. С Герой не работает. Вихрь приготовились разбегаться, разбили цепы. Разбежались, как назначил. Первый Женька в Акате нажмешь. Сей. Пахвалан второй. В огне не стойте, Джанг, Враска. Вдвоем отдали. Саня, дальше ты продолжи. Не Юи последний будет. Ну, в такой очередности будете давать. Я не знаю, я пиздец дамажу нахуй. Еще заткнитесь пока что, иди просто бей. Под жопу все стали. Маска с долей Иннер по Марухи, чё? И на Йоме за кусты гимноману мне пришлось отменить перелив сил. У меня босс залетел. Да, давай. Скоро вихрь приготовились разбегаться, разбегались, как откатиться. Ты и вы также будете в лужах, не стойте, главное. Мастера урна лед там могут по один нажать, тоже по очереди можете нажимать. Стали. Враска молодец, что подбежал. Что за инфернальное могущество, кто подвесил? Так,
Видели этот баф на лорде Дюбраде? Да, было. Как же? Посмотрите удар, пожалуйста. У меня осталось так же. Вопрос, а демон сейчас есть? Это, скорее всего, да. Демон. А демона, скорее всего. Иконка похожа. Не, не спайте, главное. Под жопу все. Под лицо только к боссу не заходить, а то убьет сразу. ПС, кстати. Я кидываю. Красными места. Что происходит? Этого не было. Вот как раз этот баф. Угу. Это у кого-то Т4, что ли, без изменений, после изменений, походу? Разбежали. Но. Ханта, выбейте, пожалуйста. Блядь, в этот момент. Блять, где, блин, тролль нахуй моя? Что-то рядом, сколько? Так, это же за четвертый раз мы сюда ходим, да? На первого босса или третий? Третий, Сань, третий. Окей. Троянский, как тебе ДПС твой? Сука. Мы в первой неделе до Саурфанга дошли, на второй неделе до Лича дошли. Ну я, короче, по БДК понял, как оно работает. Вместо лик смерти руническое используешь. Демон, кстати, но по ДПС вырос, смотрите. Да, это как-то, блядь. Так, давайте сразу разъебашим. Кинжал. 250. Будрейвен 250 раз. 252. 253. Кинешь обмен. Ой, какое на мутика кольцо замечательное, блядь. Какой там дебаф, говорили? Красный такой, мы все красными становимся. Нет, и... Да. Я может это табурен может в рейде? Войт, отними это в Будрэйвен 250, пожалуйста. Инфернальное могущество или как там? Да, по-моему. Да, это в 4Т4 лока он. Долбоёб я. Так я и сказал. Так, кольцо. Надо кому-то 250? Ну, 250 раз, 2, 3, но спек за 125. Маша, будешь на кота брать? На расходу пойдет, значит. У мутиков ваниш 12 секунд КД. Да ладно. Там... Ты 4 переделали всем, что ли? Да, там 4, это черный яд, фул 100% висит на бойсе. И ваниш бесконечно. Это пиздец. Ну-ка, блядь, подогоди. Сука, дайте на мучике поиграть, а? Я бы 20-ку ебашил бы 100%, а то и больше. Так они типа апнули, чтобы быстрее сейчас этот контент закрывали или что? Пизда. Сейчас мутики будут ебашить просто в каут. Их и так до этого апнули, им что-то починили в талантах. Они... А где посмотреть, кого апнули, а кого не апнули? Да, они скорее всего на форуме потом напишут. Я думаю... Боятся заанонсить, что, блядь, переделывать начнут. Я думаю, а просто я пофиксят потом. Сильно. Скажите, пожалуйста, у кого там за 10к ОД было? Так и осталось? Да. 20-30. Да, было 13 копеек, но осталось 13 копеек. Думаешь, тех, а у кого было там под полтинник, например? У меня было 40 косарей, у меня сейчас 10 осталось. Сейчас посмотрю, у меня было больше 40 точно. У меня 60 тысяч как было, так и осталось.
что за хуйня. У меня тоже больше 100 как было, так и осталось. Это что за мажор такой сказал только что? Джа. Я запомнил тебя. А куда их тратить-то вообще? Да никуда не трать, жди, пока ДС выйдет. Персов создай 5 штук. Тих, 5 секундочек, этот... Папахапа, 250 старт, кто там дальше, ИП? Надо кому еще? 250 раз, папахапа, 252, 250, 300 кадам. Кожаная кадама, ты гонишь, блядь, на ханта. 50к было, 50к осталось. Да подожди, нахуя на ханта кожаная, без инты? 250. Да, обмен с 250. Ну ладно, его на ЕВД пускай берет. Не, ЕП, ну блять, ну шмотку хорошую отдавать, навара, блять, хорошая шмотка, на ханта она не очень, что менты нет. Ну типа РПБ больше кожи, я понял, понял, Саня. Понял. Как бы идея понятна, почему он ролил, но, бля, на данном этапе лучше. Отдать по хапе 250. Ботинки дают дар, почему эти кожаные. Этот, слышишь, папа хапа, тебе со второго босса ничего не надо или надо, потому что Лёне нужен был этот босс. Кам замену, мне со второго босса ничего не надо, я пока спек переделаю по Т4. Сейчас тогда добьешь бетого моба, пойдешь офнис. Ну руки Галя выйдет подальше. Я уже на замену, типа, инти, да, там Лёне нужно было, я назову. Сейчас я тут. Перемудрю. Я Лёню доберу, Лёня надо что-то было. Блядь. Скинь сейчас мутика талант. Выбеги, Калина. Хочу сейчас посмотреть. Скину. Классов создавай ради Т4, да? Ну, мне мутик всегда нравился. Я сейчас, блин, прям хочется даже. Я так понимаю, описание никто не переделывал, да? Наемный, выбеги. Я в... сделали описание. Плут скинул. Короче, если талант на ваниш поставить, когда ваниш, это на натуре 12 секунд кдшится. Но зато выбираются другие таланты со второй ветки, блядь. Так талант на капы. Не, это по-любому. Я не про таланты, я про символ говорю. Наемный, выбеги. На ваниш. Там талант еще есть, ваниш уменьшает кулдаун тоже. Да нет. Это вы где, в игре смотрели или где-то? В игре. Ладно, похуй, потом разберемся. Саму террарию. И сумоньте Будрейвена. И погнали. Первая пачка бьет справа мобов, Пахлаван танчит справа мобов, Женька, ты в этого прыгай обратно в Ретвика. Пахлаван справа, Коля слева танчит, четвертая пачка бьет справа мобов, первая, четвертая справа мобов, вторая, третья слева. Пахилам Полинор Марухич справа, Полинор точнее Сосуны справа хилят, он у Марухич слева, Санька плюс-минус по центру, Дэшники тоже рассосились по центру. Чтобы не все вместе в одном месте стояли, чтобы уже не во всех залетало. Первый, если что, массакру Сосуня даст, потом Пахлаван, потом Юрий Айсбан под лужу. Также, когда идет контроль, все стопайте ОЕ обязательно. Сумоньте Леню. Леня, принимай сум. Никто не сумонил еще меня. Да? Будрейвена тоже. Будрейвена сумонил. Джипси, что-то тебе со второго босса надо вообще? Нет, мне только третий, четвертый нужны. Хорошо, разберемся с ним дальше. Тыкайте на стол, дал стол. Все, смотрите, кто будет убивать в контроле, буду минусовать. Поэтому не убивайте. И также духов, сейчас будем за духов смотреть. Будрейв, чего не принимаешь? Принимай сумму, погнали. А мы что, рыбу не ели, да? Ели. Я еще одну поставлю. На первом боссе-то ели вроде все. Да что, у меня рыбы нет? Да? Ну давай еще одну поставлю. Что ты, значит, не ел? Да ладно, без рыбы обойдет. Не-не-не. Да, давай. Да поставлю. Там ну, еще Леня. У меня тоже рыбы нет.
Нежить. Спасибо. Влад, топ-хайп, ты закинь по Дексионе, а я закину по Джанку. МК-шку я не иду. Все, готовность на пол. Рассоситель. Давайте, вторая пачка РДДшников ближе к левой стороне стоит, вот здесь. Четвертая там немножко в правой стороне, когда трэш побить. И вы тоже рассоситесь вообще по везде. Ну тут просто идите пуляйте. Погнали. Кидайте либо. А, все, не вижу. Помощники через 3 секунды. Добили, мужики в юбке приоритетом, под лицом у стопорами у мужиков не стоим. Смотрите, очень много РДДшников в одном месте стоит. Будьте готовы, уже что у вас кинут. Через 10 секунд контроль, Маша, готовься контролить этого человека. Когда пойдете босса бить, стоп АУЕ. Все абсолютно. Стоп АУЕ. Сацуны законтролить. И рассоситесь с центра много. Сацуны законтрольте. Я под баблом. А, не убивай. Не убивай Сацуны, брат. Елики сбежали с Майлик. Простите его. Помощники через 9 секунд. И контроль через 9. Когда выйдут помощники, без АУЕшек бьем их в начале, пока контроль не пройдет. Разбежали, Саня, нажми с массакру. Хорошо. Стоп АУЕ. Приготовились законтролить. По хапу законтрольте. Не убейте его только. Не без АУЕ. Смотрите, трини тоже там аккуратно. Ну, не добейте хоть, прохильте его. Мирите аккуратно. Вы можете бить просто ранду, найдите. Переродился. Есть ПС? Закинь кому другому, сейчас тут не до ПС. Через 10 секунд. Можешь мне закинуть, в принципе. Сейчас. Уже отдал. Перестоп АУЕ. Сейчас будет контроль. Приготовились контролить. И Пахлан готовь массакру. Вараску законтрольте, если Лилки не отдаст. Разбежались. Пахлан массакру. Последние мобы сейчас будут. Вараску продолжайте контроль. Добили мобов, перевели босса. Дали Геру. Потом после перевода. Майлик, смотри аккуратно. Лук мог просто в центре. Стоп АУЕ. Никто без АУЕ все бьют. Приготовились задать контроль. Троянского. Без АУЕ, ребят. Также декарсники все перед контролем. Там должны сесть зеленку, не зыбут, все поддавай. Задал. Молодец. Милики, аккуратно. Леня, блядь. Бля, ну я Леня, дашь. Минус. Перевели. Минус. Перевели босса, Геру дали. Следите за духами сейчас. Под лужу следующую Саня массакру отдашь. Дух появился, следите за духами. Один в мили ведет. Мили, милики, смотрите аккуратно. Эмобой. Враску законтролить. РДД дух. У меня идет. Бегу. Так, два духа появилось. Один в мили, два в мили идут. Смотрите аккуратно. Нет, один в РДД. Майлик свои. Блять, не ловите духа. Учитесь не ловить. Один в РДД идет, второго не вижу. Так, Маша, дай БР ради. И ребафу. Лёнь, не вставай только. Скажу, когда встать. Вставай. МБ за контроль. Тандал. Ребафните Лёню.
В миле идет дух, смотрите аккуратно. На шамана дух Марусич. Говори с вами какой. Один в РДД, два в РДД. Блядь, ну так сион. И убегал, я прибежал. И войт. В миле идет. Идите. Нажми похвала на массакру. Ону законтрольте кто-нибудь. Кто ее грип дал? Зачем вы ее грипнули, блядь? Не добейте ее. Что за гений грипнул? Ну да, я на гриппе. Ой, точно не апокал гриппа. У него гриппа даже нет уже на панели. А да, я и фаунд, Коля. В мили зон, в РДД 2 идут. Следите, Локи, Джанг, тебя. Ну, сегодня лучше, конечно, духов меньше ловили, но все равно. О, легкие, да. Ешка-то какая. Блядь, сюда лата вообще будет падать, нет. Квест будем делать? Ну, конечно. Что, на великана на входе был квест, да? Да. Летите пока этот, все наверх. Папа-хапа. Надо что-то с третьего босса? Или тебя там, ты говорил, уходить скоро? Все, когда будешь уходить, ливнешь. То я проверю, когда... Только ну не все, ливай. Пула. Да, только ни в коем случае не во время пула. Пока никто не бежит, просто... телепорт сделали. Они все сели на первом. Ну, троянские ралли, бета-тестера пока нет. Все, побежали все аккуратно по стеночке. Там вару стал не обратно заходить или нет? Если тебе ничего не надо, то пока можешь не заходить. Проблем не надо, следующего надо. Ну, со следующим разберем. Там бес по мобам стреляет. Значит, будем возвращаться, убивать мобов. Пошли. Yes. Костясник? Это может от Т4 неконтролируемый. Нет, это мобой же Дестрик. Идем дальше мобов бить, вон там еще один пробежался человек назад, потому что забагается. Самое интересное, что самым отсталым спеком вообще не поменяли Т4, то есть Сова, Энг, там Элим и ШП остались теми же. Да, в этом плане дотики. Кольцо, епальсно. 250 старт. Маша, ну, хорошее кольцо. Откровенно, Мавар. Достаточно сильный, я не знаю, почему здесь на нем не играют. Мавар 250 раз, 252. Маша, не надо? Кольцо. Ну как хочешь. 253. Кидай обмен с вами. Войт отнимешь. Я сейчас тебя найду еще. В этой куче. Так, теперь эти запы, которые упали из наших, кому-то нужны прям сильно-сильно. Но это будут именно на день. Еще мобы, Сань, еще мобы. Первых надо убить. Пошли, еще от первых надо добить. Значит, будем епэшить. Только будете надевать передо мной. Никто не продал. Этот. Мне как бы на фаер они тоже нужны, но я пока аркан, поэтому не буду даже их епешить. Честно будет. Так, хорошо, давай запы тогда епешим. 250 тоже. Не, без голды, будет по-честному всем. 500 ты мобой. Нам же важно надеть на рейд, чтобы как можно сильнее были. Будрайвен 600. Что, великана не видишь? Это им, по-моему, не очень они нужны. Без фласок, Сань, все равно сильнее не станем, так что я не знаю. Там еще штандарт надо убить. Фласка больше даст, чем... Там дракон летит. Пищица на Йоми. Раз. Эмобой 1200. Давайте-ка быстрее, то я буду быстрее еще считать. 1200 раз. 1200. 1500.
Раз. 1600. Два. 1600. 2К. Раз. 2 и 1. Давайте увеличивайте ставку. 2 и 1. 2 и 3. Раз. 2 и 5. Раз. 2 и 8. Вот хотя бы так. 3. Вот. Давай, давай, давай. 3 раз. 3, 5. 3, 5. Раз. 3, 5. 2. 3, 5. 3. Все, кидаем обои обмен и сразу надевай. Снимай 3, 5. Говорили, очень надо. Добьем змеем, бой пойдешь к нефермен. Войд. И сразу на денег на себя. Не, ну ребят, да, нужны, но это усиление рейда, что душить друг друга. Давай, одевай. Пойдем квест, квестик, квестик. А минуса за пробу будем давать? Чё, надел? Всё, отлично. Да, идем на великан. А какие это минуса? Кто там заложал? Лёня минус только. Минус 100 Лёня, да, из-за того, что вот уже сдох. Пока что за духов не минусовали. Так, и последняя шмотка. Осталось. 250 маш надо. 250 раз, 252, 253, кидай мне. Нет, эмобою ты не 250, а эмобою сколько там? Неправильно ты ему снял. Сколько, сколько? 3,5. 3,5, то есть 3, 250 ты снимай. И он у 250. Минус. Так, в палатке будем бить Геруспу. Можешь, в принципе, там 2 минуты, когда еще, если что. А, ну дадим как этот, как. Откуда? Иди пуляй, Коля. Паша можешь прыгнуть в ДДшник. Подожди, а что, квест есть? Да. Нашарните, пожалуйста. А я не знаю, что он не шарится. Да все брали, тебе должны были предлагать. Да, мне предложили. Ну давай попробуем. Попробуйте предложить. Нет, когда кто-то брал в самом начале. Через 5 секунд можно будет Геру дать. Да нифига он толстый какой-то. Он вроде как боссом же не считается, можно, наверное, сдохнуть. И он, пойти да, взять... Да. Ну конечно, это ты прикольно придумал. Нет, тому, кто... Не, ну ты можешь просто вон спрыгнуть, сам прыгнуть. Да, он успеет, мне кажется, туда-обратно сбегать. Он не поднимется на пар таля. Где должен подняться? Боссом же не считается, вон он зашел в инс. Да, все, все четко, ребят. Если кто по... Да, типа, если нету, то квестов можете сдохнуть, пойти взять быстро. Только прохил. Тут дракон еще летит. Да, блядь. Надо дракона убивать. Где он? Масс... Айсбаунд, так мы сейчас все сдохнем. Ну чё, блядь. Дракон в рейд дует стоит. Я спрыгивал, я вначале брал квест. Ладно, упадите. Там дракон весь красный. Что за этот баф делать? Несим урон повышен на 100, получаем урон снижен на 8. Так что за хуйня, типа, получаем урон снижен на 8? Я уже читал, но я молчал до конца. Так в смысле, что за хуйня? Он в 2 раза больше урона по нам наносит и на 8 чуть меньше, что за дичь? Это Лок это делает? Да. Предлагаю выгнать Локов. Это на Локи? Этот баф должен быть на Локи, то есть, да? На Локи. Тупо Блутрейон босса поселяют два раза. Знаете, я смотрю, что ты как-то, блядь, серебро с этим долго бьем. Наверное, так оно и работает. Это аж по доктору дэмэджу вот этому в два раза увеличивалось. Шпокер? Один каст.
Да. Мы с Петей сидим на канале, выше сидим. Если что, вдруг. Короче, там хорошие новости. Алло, блядь, хорошие новости для вас. Дракон летит вниз ко входу ЦЛК, нахуй. Давайте вам пизды. И великан идет туда же, нахуй. О, великан пусть и ходит отсюда. Все, будем точно летать, на джанка летит. Это стоп. Давайте просто стоп. Выйдите все с инста. Вообще все. Потому что сейчас забагаем, блядь, пизду. Все. Выйдите. Странно, почему на меня именно. Все из инста выйдите просто. Если там какие-то бичи, просто убьем их. 25 ял. Сейчас мы все умрем. Ну... А бичи это мы, да? Да. Убить сразу страх. Ну, Будрей, вы на Йоми выбегайте. Смурки, Троянские. Все выбегайте. Все, велика нотариус. ПВП-дракон стоит, блядь, нахуй. А его не убить. Тогда Будрейвен, наверное, по хуйню не нажимать, потому что если реально усиливает босса, ну его нахер, блядь, туда. Мне кажется, описание просто неправильное. Реализация, скорее всего, неправильная. Должно не на босса фешиться. А если, получается, демон лог танчить сможет? Ну, да. 80% урона срезать. Да. Побежали все. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так а не проще в Дестрика тебе спекнуться просто и все. Чем сейчас таланты меняют? Типа очень много дает. А типа он так же будет давать, если поменять таланты, ничего не изменится. Не, он дает на весь рейд очень много. Мы же с демоном, но сколько урона у нас слышали. Ладно, давайте скаф. Нужно слово сумоним Будрейва, наставлю рыбу и ребафаемся. Всех сумоним и погнали. Лучше по или мафапнули. И ШП. Да, ШПшник. Не странно, что хантов. Вара папнути. БМов что-то поменяли, так что. У кого? БМов. БМов поменяли. Да. Может еще второй заход будет? Ага, да-да. Оставлю рыбу. Давайте все ребаф. Так, я джанку поэску, ой, не поэску, а МКшку. Ты... второму. О, кудексионе. Кушайте рыбу все. Чего сидите так долго? Все, побежали, все в палатку. Ну, побежали, побежали, раз, раз, раз. Под это дыхание... первое, во-первых, развернешь, Коля, отдашь ты эйсбаунд. Второе, Санька, ты. Нас сокрут. И про мастер аур не забывайте. Вадим первый, там по очереди будете меняться. Потом Вакати. Пахован, если в ред выпьет. Окей, Пахован, значит, с массой кровь. Разверни его, Коля, только. Нажми массакру, кто-нибудь через бабл. Хорошо. Давайте Геру. Квест потом сдадим, после... вайпа. Да, после вайпа. Обновился, у меня все старые показывают способности. Т4. Так что 7 метров ты скачал? Да. А ты как у меня, я вот не вижу его, блять, ударить, чтобы. Есть поездка, шар? Я дал. Нет, они, кстати, переделали, я могу что говорить. Т4. Нормально все стало бы, то есть, ну только так вкратце, не надо. Ну, у тебя получается как
волке, ты все время бьешь как Инфьюри, прокает. Каждый удар? Да, каждый удар двойной. Здорово. Действительно очень здорово. Сразу видно, апнули на 16-м месте по ДПС. Я там делал, по-моему, на орки посмотрим. Блять, куда улетел? Вы там не улетайте, опять дракона согреть и жопа. Да, смотри, сейчас с этим управ. Он далеко стоит, босс. Да, слишком приедет обратно, не разворачивайся. Да, апокалипсис разошелся, 15 тысяч, ибо лок наконец-таки перегоняет. Руник 40%, 30%. Зачем его вопрос тебе надо место, у меня ответ. Ну, хочешь, ты поменяй. Все, Пахован, выбеги с рейда. Ладно, сейчас кого-то другого загрузить. Будрейвен, беги ты. В сторону куда-нибудь. От Будрейвена отъедьте все. Куда сейчас заразишь? Потом его резимся. Нет. Всё, кольцо будем ебашить. Какое кольцо? Лестница Будрейвен. А, понял. Сейчас. Кому-то там еще нужен босс этого босса третьего. Дрипси тебе, да? Кольцо выпало. 250 дрипси ставит. Кто-то ставит больше. Мавар, одинка, джанг. Давайте дрипсите дальше. Берите все ранцы. Пока. Пушку можно? Дипси 3. Да. Ты самую левую идешь пушку. Я так это... Дипси 3. Дипси 3. 5 шнурки в правую, в самую правую пушку, в центральную пушку слева, которая Мавар, и в центральную пушку, которая справа, сядет какой-нибудь один милик еще тоже. Я. Давай гламур хорошо. Милик. Самый главный, да. Милик. Дипси 3-5 раз, дипси 3-5 2, дипси 3-5 3. Наемный ок, не просто персонаж, чтобы не фултикова класска. Дипси или давай в рейд. Суманите дипси и кадама. Поставьте шкаф. Ну, быстрее, быстрее. Саня, АДС вообще падали? Да. Ни одного не упало. А, сегодня нет. Я бил, если что, запускать. Подожди, Кадама где-то. Да, наверху. Что-то я принял, но не присуманился. Значит, на Йоми не улетел. На Йоми, или оркный персонаж, пожалуйста. А кого там сумоет? Купите символ на рунический удар. Все. Давайте потом вас на замену кинем, вы пойдете, блин, займете этой хуйней. Давайте пока сейчас быстро займемся рейдом, чтобы мы еще не прошли по маске. Вы пойдете, решите свои дела с руниками, там, хуйниками. Поешь дипси рыбу, кушайте рыбу. И погнали. И рыба. Вон в центре стоит. Возьмите только ранцы все, не забудьте, и наденьте обязательно. Рейд кинь, я тебе символ, 20 голды стоит. Джипси кинь, трейд. Чё, ты ранее взял джипси? Да, взял. Одел уже. Всё, все готовы, значит, какая была. Коля, на том корабле, Паша на этом корабле. Смотрите, также Санька, может кто-нибудь поменяйтесь лучше
С Маваром на всякий случай местами. Иди, Саня, ты лучших танков. Щиты на шоске. Иди, на все. Один любой. Саня, ты тоже со стороны нет. Троянский сядь в эту пушку, вот, во вторую. Да, в туалете. Не-не-не, я все. Держи сел. Выбеги сейчас. Смотрите, джипси, гламур, аккурат. Пушка, Коля, перелетай. Перелетели все. Играли все по магу. Потом оружейники. После мага по Мурадину никто не стреляет. Все стреляют в левый край. Стреляйте, потом на пушку. Перелететь не могу. Малхара. Уже второй раз, кстати, не летает. Ладно. Не, так я нажимаю, я, видимо, что, одеть его сейчас сперва надо, типа? Я думал, его уберешь просто и все, блядь. Одеть надо было. Меньше, вот как ты слушаешь, мне просто интересно. Ну, так надеть, типа, я подразумевался то, что просто взять, типа, его. Ладно, буду моба убить стоять-то. Ну, это последний раз, в следующий раз не прилетает, блин, за это. Это Эрария, да, говорю? Да. В этой серии мама сказала одеть кофту, я вышел из окна. На нашем корабле слетит трэш, слишком много уже его. Сейчас перелетим. Все, все перелетаем, пойдем на нашем корабле трэш сливать. Улетели все, Коля тоже после всех улетел. Играли все по трэшу на нашем корабле, Лёня, иди там разбирай. Смотри. Я хочу 24 на хапала. Потом и 4, по-моему, жестко. Типа... Вой, какой аккуратный. Хапал плюс ДЦ становится с этими флешками. Точнее, шоками. По 9000 щиты. Перелечили все. 5 по магу в начале. Типа, возможно, больше ДЦ нафиг не нужен будет хэпау набирать, да? Ну, по-любому нужен будет. Только КД есть. Да, тебе опять в карту надо ходить, что? Да мы периодически с Серегой шоу на следующем, когда пойдем так, кто? Ольги. А я мог перчатки забрать. Вот когда мы ходили. А, блядь, так у меня же это, до хера жетоны, кто? О, кстати, у меня 200 жетонов тоже есть. Ну да, это одну найти, не получится. Обратно летим? Не-не-не, до конца добьем, только не играй, кто играет? Вой, или кто там, Дексиона? А, вроде, работает. Отлично, Апанха. Реогнись в этот тестер потом. Сань, дай зубы по Юе. Что, мы сливаем или не? Не улетаем, зубы дадут, если что, противник. Давай. Я дал зубы. Все отлично. Массакру и так далее. Могу каплю дать, если ну. Если прям жопа. Рано. Пока нет, внимание еще. Ну, давайте, 11 секунд должен успеть добить. 7%. Разряжайте все, кто есть, разрядите. Давай каплю по Юе. Убейте последнего мага, быстрее, и все улетаем сразу. Оверхильте, Колюс. Матч Фаинер по Сосуне закинь. Нормально. Один процент, понимаю. Кто не успел, тому пизда. Нет, ни тому не пизда, главное не этот момент, чтобы вы не летели. Никто ящик не трогает. А сколько секунд буря в 4Т4 становится под крыльями? КД?
Она там не уменьшается, по-моему. Так написано, уменьшается. Написано, да. Нет, гнев карателя. Подожди, сейчас. Под гневом. А, ну да, я.